Всем привет, с вами Аджер Лео. Сегодня у нас довольно-таки необычный ракурс, потому что поле для нас это не главное, но только я забыл все вещи, поэтому сейчас они магическим образом сюда переместятся. Так, и здесь у нас знакомый нам старый лаунчер от Excalibur, знакомый нам Doomsizer и незнакомая нам посылочка. То есть, как видите, абсолютно никакой сложности нас не составило. И это у нас лаунчер Grip. На самом деле, весьма, по моему мнению, полезная штука. Только я не знаю, как пользоваться лаунчером Грипом от Бёрста. Давайте посмотрим. А, ну понятно, все. А, да, просто надо было посильнее. У нас теперь лаунчер превратился в такой вот обычный, в длиннющий. Лаунчер Грип, он очень помогает делать слайдинг-шоты. То есть вы должны прямо так взять, так провести. У вас бейблейд будет крутиться не так по кругу, а он будет делать такие маленькие кружки вокруг всего поля. Прошлая у нас битва между... Ну вот, видите, то, что он двигается такими. Ну, на самом деле, весьма неплохой лаунчер. Мне он очень нравится. Очень удобный. То есть вы вот так держите, вот, а не вот так, этот маленький. Мне приходилось раньше так делать. Ну, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.